Привет! Привет! Решила попробовать сделать такой формат, возможно, вам понравится. Привет! Да. Привет! А может, хватит? А если вам понравится такое, то... Привет! Анимирую ваши комментарии. Эффектный поворот. Пусть Сала покушает с тобой печеньки. Что было бы, если бы Тедди стала персонажем Стар против сил зла? Сделай Эвила, который хоронит свой порванный носок, а около него плачет второй носок. Пусть уточка обнимет кота. Сделай Наруто с тобой в бою. Пусть кактус Васа... Васа. Что за Васа? Пусть кактус Вася оживет и станет человеком. Как ты говоришь что? А потом это начинает говорить все окружающие. Чё? 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 Тедди, сделай, пожалуйста, мороженое, которое ест человека. Хочу, чтобы кот надел ушки жабы. Ква. Нарисуй, как Тедди ест бутербродик, а котик смотрит на нее с голодными глазками. Надеюсь, заметишь. Жирной станешь скоро. Тедди, дай. Ша-ша-ша. Моей историчке, пожалуйста. Чувак. Ну ладно. Сделай, как ты и Эвил танцуете какие-нибудь тренды из ТикТока. Макароны, макароны с кепчиком, кепчиком. Я упоролась. Тедди, а нарисуй, будто ты пришла в кино с попкорном, а он убегает. Ну все, с меня хватит. Пусть Тедди попадет в Майнкрафт и откинется в лаве с алмазной киркой. Пш-пш. За что вы так со мной? Позови Милшу. Привет, ты дяшки. Нарисуй себя и Милшу, и вы поменялись одеждой и прическами. Вау. Как думаете, мне идет? Да, я думаю очень. А вы как думаете? Ананасик не хочет вставать по утрам. С бодуна. Наконец-то наступило лето. Это значит, что пора собираться на море. Я уже собрал чемодан со всем, что нам пригодится. Надувной круг, мячик для игры, набор для создания песочных замков и... А как же крутые вещички? Вы знаете, где можно найти себе крутой наряд? В игре Life Makeover. В игре Life Makeover можно создать своего персонажа, изменять лицо, добавлять макияж. И это не просто игра с переодевашками. Здесь ты можешь построить собственный дом и приглашать своих друзей на вечеринки. Также можно готовить вкусную еду, заниматься спортом и даже работать. В игре есть также и сюжетная линия. А еще самое милое, это то, что в игре ты можешь создать себе своего милого котика. И ты посмотри на эти крутые образы. В игре вышло обновление Сон Галактики с новыми нарядами, мечты о звездах и сладкий кошмар, которые доступны ограниченное время с 22 мая по 11 июня. Мне очень нравится наряд мечты о звездах, который отражает космос на юбке. При вращении персонажа юбка начинает мигать, как падающие метеоры, изучая чарующий блеск. А второй новый наряд «Сладкий кошмар» вдохновлен фантастическим воображением бабочек и Млечного Пути. С красивыми кружевами и бабочками. Просто посмотрите, как красиво все переливается. Так что тут можно выбрать уже готовый наряд, либо создать свой собственный бренд, добавляя или изменяя детали одежды. А эти новые наряды ты можешь забрать уже сейчас. Переходи по ссылке в описании и начинай играть. Анимирую ваши комментарии. 2. Солнце-продавец продает мороженое, держит его в руках и не понимает, почему оно тает. Окей? Нарисуй кота в костюме феи. Окей. Винг, только вместе мы сильные, чудеса творить вольные и всегда устремлены к победе! Заберите меня отсюда. Стар против сил зла пришла к тебе в гости. Окей? Привет. Привет. Есть печеньки? Нет. Взрыв нарвала! Придумай что-нибудь интересное с этим. Нарисуй чашечку кофе, который танцует в юбке, держа в руках лопату. Окей. Ня-ня-ня-ня-ня. Гусь в пледе ест мандарины. Окей. Кряк. К тебе пришел твой клон, и вы начали диалог. Привет, привет. А, у тебя? У тебя торчит козявка. Нет, у тебя. Это прикольно. Или не очень. Эвил ест яичницу, которая пытается от него сбежать. Окей. Не ешь меня, брат. Че? Инопланетянин сидит в кино, когда показывает анимацию Тедди. Окей. Ничего, просто паука увидела.
Какой интересный мультик. Интересно, куда ставить лайк? Я обязательно подпишусь на канал и вам советую. Кузя говорит, что ты толстая, а ты улыбаешься и плачешь. Окей. Жирная. На безусловный выберешь. Правда? Ты после немножко неудачной пластической операции. Ой, глаз потеряла. Пускай огурец будет есть огурец. Тедди была без очков и линз, поэтому подумала, что столб это Эвил, и стала его обнимать. А Эвил смотрел на это со стороны и смеялся. Не смешно. Пусть ты станешь в виде... Амогус. Нарисуй Тедди, которая стала Халком и ест мороженое. Вкусно. У тебя появился волшебный графический планшет, который сам все рисует. Что будешь делать? В общем, продолжай, работай, продолжай. Кайфовать. Анимирую ваши комментарии. 3. Эвил ест волосы Тедди. Я же тебя только недавно кормила. Представь, что ты и Эвил кидались помидорами, и один вдруг попал в тебя, и ты сделала вид, что умираешь, а Эвил поверил в это. Пойду съем все шоколадки. И сделай типа, когда ты ешь спагетти с кетчупом, и потом ты подходишь к Эвилу, и он такой... Кого ты съела? Кузю, ха! Представь, что это Дед Мороз, и прячешь подарки под елку, а тебя спалили. Ну давай, показывай уже, что у тебя там в подарке. Ну, здесь... Анимирую ваши комментарии. 3. Сделай, пожалуйста, как ты купила мыло в виде рыбки, а Кузя начал ее есть, и потом у него из ушей и изо рта начали идти разноцветные пузырики. Что это? Призрак испугался накрашенную Тедди. Так, ну все, я готова к свиданию. Тедди не нашла звезду, чтобы повесить ее на елку и вместо звезды ставить на елочку Васю. Так, елка наряжена. Мне кажется, чего-то не хватает. Дорогой дневник, мне не описать боль. Покажи себя, когда ты слушала кей-поп. Файо, эо, ты назвала? Ой. Нарисую, как вы с Эвилом просто гуляете зимой, и тут слышите какой-то грохот, а это на вас бежит целая орда кошек, которая облепливает вас, чтобы погреться. Ну, зато котикам тепло. Давай, как Кузя очень хотел есть, а вместо того, чтобы положить ему корм, ты кладешь ему в тарелку одну штучку. Какая у него будет реакция? Режим киборг-убийцы. Кузя выгуливает Тедди. Жизнь прекрасна. Анимирую, как ты нашла 1000 рублей. Я теперь богачка. Кушаю кибер-тедях. Пусть Тедди попадет в аниме «Тетрадь смерти» и станет Кирой. Хочу увидеть Тедди в одежде Эвила, а Эвила в одежде Тедди. Если что, я на это не подписывался. Тедди стала Наруто и с песней «Абатаитата» бежит за Эвилом, который отобрал печеньки. Абатаитата, модерна и тоита, мезащита нова. Ой, ты купила очень много вкусняшек, спрятала их под кровать и ушла по своим делам. А когда вернулась, услышала из-под кровати чавканье. Заглянула туда, а там монстр съел все, что ты купила. Вот эти печеньки, кстати, вот прям очень вкусные. Дед Мороз пробирается в дом, а Тедди ждет его под елкой с фонариком и кружкой кофе. Ну здравствуй, я тебя ждала. Что подаришь? Тедди решила выйти на улицу спустя долгое время монтирования видео. Это что, остался еще доисторический человек? Прошло ведь уже целых миллиарды сотен лет. Ой. Эвил набухался после Нового года. Я вообще-то не пью. С
сними четвертую часть, анимируй ваши комментарии. Анимируй вашу четвертую часть, анимируй ваши комментарии. Хочу комментарии. Ну ладно. Анимирую ваши комментарии. Четвертая часть. Тетька орет о том, что кто-то съел ее печеньки, а Эвил стоит за дверью и с испуганными глазами доедает Тетькины печеньки. Кто снова сожрал мои печеньки? Это не я. Мир, где ролики выходили бы каждый день. Жух. Так, ну еще немного, и я закончу ролик. А ты? Да, мне тоже чуток осталось. А ты? Нужно больше роликов. Много роликов, это хорошо. Мир кошек, где их животные это люди, и они идут в зоопарк. Ой, посмотрите, какой милый. Ой, дорогая, смотри, этот какой-то дикий кажется. Ужас, его, наверное, издалека привезли. Ага. Не трогай его, малыш, а то заразу подцепишь. Тедди убегает от своей тени. Ах, да сколько уже можно меня преследовать? Ты возвращаешься домой со школы и по дороге видишь Кузю, который стал человеком. Привет. Тедди забыла покормить Кузю, и он выгнал Тедди на улицу. Ой. Птичка летает, а потом что-то дальше. Что дальше? Ну что? Что дальше-то? Мне не нравится такой расклад событий. Тедди пошла за мороженым, но мороженое пришло за ней. Ты с Эвилом гуляешь ночью, и вдруг из-за дерева выпрыгивает Кузя в костюме балерины и говорит: я балеринка. Можно шоколадку, которая ест свою обертку? Может тебе помочь? Не, Тедди, сделай себе большой живот и скажи Эвилу, что ты беременна, и посмотри на его реакцию. Опять нажралась пельмени на ночь. Да. Так, это в общем всем при... Ёшки-кошки. Анимирую ваши комментарии. 5. Привет. Ну да, это 5-я часть. Самой не верится. Ну что я могу поделать, если эта рубрика вам очень сильно нравится? Мне тоже на самом деле нравится. Погнали. Тедди стала котиком и начала царапать Эвила. О, сделай-ка мне массаж. Ща, такой массажик забабахаю. Тедди попала в любимый мультик. Держи, это теперь твое. А мне пора на пенсию. Лунная призма. Эвил ест свои козявки и угощает Кузю. О, какая большая. Лучше бы я этого не видела. Ужас какой. Эвил завел себе YouTube канал. Это мой первый подписчик. И второй, и третий. Я стану знаменитостью. Ну пусть хоть порадуется. Тедди, нарисуй, как Кузя ест корм, и ему попалась конфета со вкусом перца. И он как бешеный бегал по комнате. Тедди не сдержалась и стала пацаном. Семки есть? Нет, у меня ничего нету. А если найду? Помогите. Ты прошла мимо туалета, думая, что там Эвил. Но потом Эвил из другой комнаты что-то сказал, и ты открываешь дверь туалета, а там сидит Кузя в очках с газетой. И мне тоже чаек сделай. Хорошо. Что? Да нет, все именно так и должно быть. Тедди с Кристиной и Каспи поменялись одеждой. Ого, круто. Больше глаз. Откуда ты их взяла? Эвил застрял в стиралке с печеньками, и Тедди его постирала. О, спрячусь в машинке от этой ненормальной.
И наконец-то смогу спокойно поесть чипсики. Ой, совсем забыла включить машинку. Нет, нет, стой! Тедди сидит на лавочке на улице и кушает булочку. Вдруг на нее нападает стая голубей и пытаются отобрать булочку. Вдруг появляется Кузя, который героически спасает Тедди от коварных голубей. Какой чудесный денек. И моя любимая булочка. Это моя булочка! Отстаньте! Моя булочка! Мой герой. Тедди, заметь. Эвил кушает чипсы. Ты подкрадываешься к нему и отнимаешь упаковку. Но Кузя бросается тебе под ноги. Ты взлетаешь и превращаешься в феечку Винкс. Неудачница. Что? Я люблю упоротые комментарии. Тедди не покормила Кузю. Он заплакал и затопил планету. Надеюсь, заметишь. Пусто. Ого, вот это я понимаю, виртуальная реальность. Я не умею плавать, помогите. Тедди идет по темной улице и видит глаза, но это были фонари. Вот и наступил конец. Кажется, за мной пришел кот Дримуа. Тедди, заметь, пожалуйста. Анимируй, как Эвил тебя поцеловал и убежал. А ты такая, чё? Чмок. Ты что? Опять что-то натворил? Признавайся. Нет, я просто тебя люблю. Тедди рисует анимацию, а Кузя хочет внимания и ложится на графическую доску. И не дает Тедди рисовать, пока она не погладит Кузю. Ладно, поглажу. Ты же не уйдешь, если тебя не погладить. Ночь. Кузя залез на спящую Тедди и сел на ее лицо. А Эвил это сфоткал. Сейчас задохнусь! Тедди надула мыльный пузырь, а Кузя его отбил. И пузырик полетел в Тедди. И это анимируй, как будто это что-то эпичное. Что ж, надеюсь, вам понравилась пятая часть. Если да, то вы знаете, что делать. А также подписывайтесь на канал и на телеграм-канал. Ведь когда в телеграме стукнет 40 тысяч подписчиков, то я покажу свое лицо в детстве. До следующего видео. А когда шестая часть? Вот так вот. Танцуем, господа. Господи, что я озвучиваю? Кря. Ты все еще тут? Тогда поставь лайк.